Как известно, мелкомягкие постоянно чего-то химичат везде. И вот здесь, в версии Windows 10, начиная, вот не помню насчет 19.03, но в 19.09 это было точно. Так вот, начиная с нее и выше, в том числе и в данной 20.04, не знаю, как будет дальше, но лучше не будет, это точно. Изменение клавиш для переключения раскладки клавиатуры засунули непонятно куда. Несколькими способами можно добраться до этого. Во-первых, надо сказать, что они полностью выпилили этот диалог, эту вкладку из привычных настроек региональных в классической панели управления внизу. Поэтому идем в параметры, которые по Windows I, ну или любым другим удобным способом. Параметры. Можно в них попасть, например, правой кнопкой, все правильно, Capture. Мыши по кнопке «Пуск» или сочетание клавиш Windows X. Контекст, меню, приложение и центр управления, просмотр, систем, диск, сети, управление, команд, диск, параметры, проводные, параметры Е. Вот они. Capture. Либо просто в меню «Пуск», неважно, какое оно у вас стандартное, или вы там изменили. В общем, по-моему, проще все-таки Windows I. Параметры. Параметры окно. Список. Система. Идем 11.13. Сразу в раздел. Устройство 2. Устройство. Параметры окно. Список. Принтер. Мышь не Sins. Вот не выделено 5. Вот. И в раздел ввод. Правопис. Выделено. Далее. Вот, проходим добавлять, это все. Добавлять. Как вам помог аппаратная клавиатура? Да никак. Группа. Автоматический многоязычный дополнительный параметр. Дополнительный параметр. Получить помощь группа. От вас дождешься. Дополнительный, конечно, параметр клавиатуры группа. Уже помогли. Дополнительный параметр клавиатуры ссылка. Вот идем. Сделать фокус клавиатуры более наглядным. До этого ссылка. Пункта. Дополнительный параметр клавиатуры ссылка. Дополнительный параметр клавиатуры. Нажимаем. Дополнительные параметры клавиатуры. Домашняя страница. Кнопка. Далее. Переопределение метода ввод. Переключение метода. Использовать языковую. Параметры языковой панели. Ссылка. Сочетание клавиш для языкового ввода. Идем вот ссылка. До этой ссылки. Панель модиа. Можно, конечно, и сюда нажать. Панели. Ссылка. Параметры языковой панели и перейти на соответствующую вкладку, но лучше нажать сюда. Сочетание языки и службы текстового ввода диалог. Переключение клавиатуры страницы. Теперь. Свойств. Отключение режима. Идем. Сочетание клавиш для языков ввода группа действия. Сейчас сочетание смотрим, что клавиш здесь стоит. Список. Переключить язык ввода. Alt. Слева. Alt. Shift. Shift. Все правильно. Идем. Сменить сочетание клавиш. Кнопка. До Alt. Этой кнопки. E. Ничего не трогая в том списке. Изменение сочетания клавиш диалог. Ее. Ладно, отмена кнопка. Тут две группы радиокнопок. Смена языка ввода группа. Не назначена кнопка, не отмечена. Alt. N. Смена раскладки клавиатуры группа. Не назначена кнопка, не отмечена. Alt. E. Ладно, кнопка. Вторую не трогаем. Отменна кнопка. Нас интересует первая группа. Смена языка ввода группа. Опускаемся. Не назначена до. Кнопка. Control Shift. Кнопка отмечена. Alt C. Один раз стрелку вниз. Control Shift. Она уже отмечена таким образом становится. И идем. Смена. Ладно, кнопка. До кнопки ОК. И нажимаем ее. Я пока не буду, потому что покажу языки, другие службу, способы. Вот параметры. Вот в частности, как можно было. Панель модиа группа. Не закрывать. Получить домашняя страница. Кнопка. Space. Список. Переключить. Система 1 из 3. Мы шли. Сети. Персональ. Приложение. Учетный. Время. Язык 8. Во время параметры, язык. Окно. Список. Регион не выделен. Язык не выделен. 3. Язык. Выделено. И тут можно было это все сделать. Теперь управление здесь. Языком, управление сейчас язык, насчет управление язык интерфейс. Я скажу. Вернемся. Список. Control character. Сопутствующие параметры группа. Административные формадаты. Настройки для ввода клавиатуры и проверки. Можно здесь ссылка. Нажать на эту ссылку, но все равно нас выкинет на вкладку ввод. Получить помощь в разделе устройства, поэтому я сразу туда и пошел. Вот, правописание вот, групп, пожалуйста. Выделять слова с ошибками, кнопка на список, вот 5 из 8. Язык, поле поиска, список, дата и время, регион не выделено. Но 2 из 4. Но в версии 20.04 язык 3 из 4. Можно нажать вот на эту кнопку. Управление языком интерфейса, управление языком приложений, управление языком формата регион, управление языком клавиатуры, кнопка space.
клавиатура, домашняя страница. И вроде как зайдем сразу определение сюда, переключение методов в это окно, параметры языковой где панели, можно ссылка, нажать сочетание клавиш для уже языков вот на ввода, эту ссылка. Ссылку. Язык и службу текстового ввода диалог. Для языков переключить ввода. Сочетание клавиш и для языков привычным ввода группа действий. Способом сочетание пойти клавиш список. Сменить сочетание клавиш. Сюда. Кнопка. Сменить Alt. Сочетание клавиш. E. Можно еще, параметр, если кому так проще, Capture. Через область уведомлений. Пользовательский. Ну, через трей, проще говоря. Центр уведомлений. Системные часы. Индикатор ввода в области уведомлений. Вот. Португальский. Португалии. У меня сейчас португальский. Включена. Португалии. Это раскладка. Португальская клавиатура для переключения. Нажимаем. Методов ввода. Нажмите клавиша. Windows. Пробел. На пробел. Но Windows пробел — это еще одна комбинация. Это понятно. Сейчас ее не нажимаем. Не контекстное меню, не правую кнопку мыши, а пробел. Ну или, может быть, левую кнопку мыши. Space. А вот теперь контекстное меню. Контекст меню. Настройки языка не выделено. Русский, русская клавиатура, португальский. Настройки языка не выделено. И португальский сейчас отметим. Настройки языка не выделено. Индикатор ввода в области уведомлений португальский. Португалия. После чего фокусом, альтагом, например, возвращаемся в окно. Нужное открывшееся. Capture. Параметры. 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 Потому что автоматически почему-то в него не перекидывает. Ну, как обычно. Список. Control. Добавление язык. Язык интерфейс. Управление языком. И все равно языком клавиатуры. Кнопка текущий язык. Нажимаем русский. Управление языком клавиатуры, так как нас выкинуло в раздел язык и регион в пункт язык. Space. Клавиатура, переопределение, переключение, использовать параметры сочетания, панель модиа групп, получить помощь группа, уже получить помощь, ссылка, панель переключения методов ввода групп, языки и службу текстового ввода диалог, вкладка, кстати, я переключение клавиатуры, вкладка, о том, когда можно нажать на другую ссылку, связанную с языковой панелью, и переходить на другие вкладки. Языковая панель, вкладка, вот, переключение клавиатуры, вкладка. Сочетание клавиш. Сменить сочетание клавиш. Нажимаем кнопка. Сменить сочетание. Alt. Изменение сочетания клавиш диалог. Отмена кнопка. Смена языка ввода группа. Не назначена как кнопка. Обычно. Control Shift. Первая кнопка отмечаем. Отмечена. Alt C. Смена раскладки клавиатуры. Alt. Слева. Shift. Ладно, кнопка. И окей. Языки и службу текстового ввода здесь диалог. Внимание. Сочетание клавиш вот список. Тут переключить язык ничего ввода. Не изменилось. Alt. Слева. Shift. В этом списке. Так и написано. Alt-Shift. Это смущать не должно. Сменить, сочетать. Ладно, кнопка. Нажимаем ОК. Параметры. Параметры. После окно. Чего переключение. Можем зайти параметры опять сюда. Параметры сочетание клавиш для языков ввода. Сочетание языки и ну или сами можем нажать. Диалог. Сочетание новое клавиш для сочетание языков ввода. Группа действия. Сочетание клавиш список. Переключить язык ввода. Control-Shift. Сменить сочетание. Вот оно, пожалуйста. Параметр. Выходим отовсюду. Capture. Отсюда. Capture. Capture. Alt-Shift не работает. Русский, Россия, португальский, Португалия. А вот Ctrl-Shift. Кнопка приостановить. Кнопка на. А пока вот так.